Ну что ж, привет, щенок. Привет, щенок. Щенок, щенок, щенок. Щенок, 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 щенок. Привет. Здорово. Как дела? Никак? Ну и пошел. Соответственно, как я тебе говорил, я переезжаю. Сзади меня уже миллионы стульев. Другие люди, которые сюда переезжают, уже много-много всего перевезли. Соответственно, окей. Мне надо все вывести. И что-то как-то я, не знаю, сижу, пытаюсь понять, что, как, что делать. Что-то у меня и работа, и мне нужно с утра возить вещи, и потом с работы приезжать, вещи тоже увозить. Еще какие-то созвоны туда-сюда. Нужно еще шортс успеть сделать, брату помочь там с детьми. Как-то это самое, еще там что-то кому-то помочь привезти, убраться еще успеть. При этом при всем там на работе ультразавал, вообще здесь надо все укидывать, переделывать туда-сюда, туда-сюда, сюда-туда, в жопу пизду, в рот, в уши, в ноздри, в глаза, во все долблюсь я что-то. Ну, короче, чувствую себя невероятно усталым, невероятно что-то каким-то полумертвым, короче. Следующий стрим, скорее всего, будет недели через две, может быть, три. Потому что я сейчас пока приеду, там нужно будет все собрать, там нужно все будет переставить, переделать, туда-сюда, всем всякие ультра-мувы, ультра-апгрейды, ультра-прям... Надо будет вот это все наделать. В штаны тоже, возможно, нужно будет наделать, но это я не ручаюсь, конечно, за такое. Вот, вот в ебать его рот, так сказать. Ну, давайте посмотрим, что там такое, что это за Madness Combat. Точнее, он даже не называется Madness Combat, он называется Project Madness. Project. Projector Madness Show. Projector. Захватывайте императора. Давайте, заламывайте мне руки, блядь. Давайте. Ведите меня куда-нибудь в вашу, блядь, вашу тюрьму, в темницу. Давайте, ебите мой рот. Кстати, музычка-то нойс. Музычка-то прям долбит. Бля, я даже играть не хочу, нахуй. Мне, в принципе, достаточно музыку слушать, сидеть. Ебать, она долбит. В следующий раз. Там можно будет поиграть. В следующий раз, соответственно, вот это я, так сказать, меня выбрасывают на работу. Точнее, в личную жизнь, вот. Я когда родился, я примерно так же просто на камень упал, блядь. И все. Мы его раздавили, конечно. Ну ладно. Напоминает мне сцену из 300 спартанцев, когда, типа, там детей выкидывали в бездну. Так. Так, значит, где-то в Неваде. Я заранее знал, что будет написано где-то в Неваде, потому что каждый проект под Madness Combat начинается с надписи «Где-то в Неваде» на красном фоне. Это уже какой-то Borderlands. Давай посмотрим сейчас. Оу, 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 у меня закончились патроны, блядь. Воу, воу, воу. Ребят, погодите. Да, ребят, блядь. Погодите, мне нужно пушку. Он, короче, его латает. Ему не очень хорошо, ему прям плохо там. Несколько ребер ему вообще там удаляют, чтобы он отсасывать себе мог. Написано было, то есть, типа, пару ребер сломано, но это всегда плюс. То есть, типа, если у вас сломаны ребра, все в порядке, просто удалите их и можете себе сосать член. Мне кажется, что это наоборот, ему повезло, что так получилось, что так произошло. То есть, типа, я, например, завидую этому парню. Да. Окей, он сказал, что либо, типа, поделись тем, что есть, либо я сожру детей. Ну, соответственно, думаю, что детей есть нормально. То есть во всех фильмах это, в принципе, дает молодость, например. То есть я думаю, что есть детей — это, в принципе, нормальная тема. Так что вы можете тоже попрактиковаться в этом во всем. Ну, мы, соответственно, таких будем наказывать, потому что, ну, все-таки... ладно, мы эту практику хотим сами применять, поэтому надо, чтобы все дети нам достались, правильно? Поэтому мы их отмудохаем, идем искать детей, соответственно. Так, ребята, посторонитесь. Соответственно, режем. Режем всех. Без вообще это самое, без сожаления, без всего. Я думаю, что
чем больше мы убьем, тем больше, понимаете, нас будут любить девушки и так далее. То есть, типа, это необходимость, я бы даже сказал. Stop shooting the console. Just ask. Just ask? Окей. О, великий мост, блядь, судьбы, пожалуйста, упади. Спасибо. Спасибо, спасибо, мост. Он упал сам, самостоятельно, без моей помощи. Что там по музычке? Когда будет клевый трек снова? Мне так нравились другие треки. Где они? У этого трека, кстати, очень не очень это собирает. Ну, типа, залупливание, так сказать, твоей залупы, оно, ну, типа, залупливание залупы этого трека, оно не очень хорошо сделано. В канализации можно пожить, действительно. Что это такое? View Transit Map. Ага, здесь еще карты, есть еще город, есть ебать. Ебать. А здесь что? Здесь еще можно в локации заходить. Нихера себе. Слушай, ну мне пока что нравится Project Nexus. Это выглядит кайфово. Алло, бля. Алло. Дайте мне одну большую пепперони, пожалуйста. Алло. О, бля. Что за обслуживание клиентов? Мне оно не нравится. Жизнь. Можно, кстати, его кокнуть, как думаете? Все-таки 30 лет он уже старый. Мне кажется, ему нужно помочь смертью. Мне кажется, ему нужно помочь смертью. Слушай, найс, изи. I feel full. Я чувствую себя полным кретином. Ха! Вот, наверное, здесь можно, да, вставить. Ел, что ли? Ты что, прибежал? Ты на кого руку-то поднял вообще, а? Йоу, нихуя себе, какой Хэнк прям. Я бы его зубки, конечно, облизал бы и получил бы, не знаю, какую-нибудь проблему с гепатитом Б или С. О, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Ладно, ладно, я перестану, хорошо. Хотя не знаю, не, музон прям тащит. Да, глубишься. Ну как, где отсюда? Ты чё, встала обратно? Ты чё, охренел, что ли? Ложись! Ты лежи там. Then this is the place to do it. Ну, короче, они хотят взрывчатку найти. Им нужна взрывчатка. Мы идем брать взрывчатку. Мы будем ебать взрывчатку. Мы будем ебать... взрывчатку. Окей, ну, короче, там написано, что... We'll be right back.
Не-н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 е-
Да быстрее беги! Так, тут вообще-то есть молоток. Молоток меня возбуждает. Молоток. И как мне его-то? Я не могу попасть с ним. А как он-то в меня попадает? Ну? Сука. Может быть, я могу через пистолет его как-нибудь вальнуть? Что думаете? Не получается. Не получается. О! Блять, не получилось. Я не понимаю! Из него что-то надо сделать, что ли? Это было. Во! Жалкое зрелище, ну да. Ну я не могу. Жалкое зрелище, не могу я. Это не вы закрыты со мной. Точнее, блять, это. Я закрыт. Вань, да, сука, я все запорол. Это я. Это вы! Блять, да, это. Это. Это не я закрыт с вами. Это вы закрыты со мной. Во, вот так вот хотел сказать. Давай. Ладно, ребят, все, все. I want to sleep. I want to go away. Хочу тебе, хочу вам всем всяких слов поговорить еще и так далее. Я что-то все полностью устал. Поэтому, ребята, останавливаемся. Чао. Хотел напоследок сказать пару слов по поводу хаты и так далее. Действительно рад, так сказать, что был здесь. Очень много моментов было с этим, с этой хатой связано, соответственно. Буду по ней скучать. Была клевая. Мне не очень нравилось, что нравилось тоже много вещей. То есть постоянно приезжающие фуры, которые разоружают машину, заебали. Постоянно полицейские ездили по, как они называются, по трассе и так далее. Это было все-таки калово. Сосед у меня ебнутый какой-то на голову. Там вообще что-то банчит. И вообще какую-то хрень, на него на полиции не хватает, короче. Вот, но all in all было очень весело, прикольно, забавно. И действительно много прикольных моментов было. Да, поэтому да. Как говорится, спасибо этому дому, а мы идем к другому. 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 Вот так вот. А, собственно, на этом мы и заканчиваем. Спасибо действительно этому дому. Было здесь весело. И хорошо. Посмотрим, как будет в следующем доме. Сможет ли моя девушка выдержать мой голос, как я ору, когда я играю и так далее. Я не знаю, сможет ли она это сделать или нет. Надеюсь, что да. Соответственно, следующий стрим будет где-то через, скорее всего, только недели две, потому что я буду на этой неделе переезжать. Всю следующую неделю я буду переставлять мебель и так далее. Потом там еще у меня отец приедет сюда. Возможно, меня не будет вообще, может, 3 недели, может, даже месяца не будет, я не знаю. Ну, короче, меня не будет, видимо, очень долго. Вот. Но мы что-нибудь придумаем, соответственно. Когда-нибудь, я думаю, вечерок найдем поиграть. Вот. Шорты будут выходить, продолжать. Шорты будут выпускаться. Надеюсь, я буду успевать их делать. Я не знаю, что типа пока что точно. Буду успевать я делать или нет. Посмотрим. О боже, как я люблю почесать спину. Да. В общем, щенок, желаю тебе, чтобы твой дом был красив, уюден, комфортен, и чтобы тебе всегда там было хорошо. А если что-то не нравится, исправляй. Если что-то не нравится, дополняй. Если некомфортно, что-нибудь типа, не знаю, изменяй. Вот. А, люби свой дом, ухаживай за ним, не превращай его в свинарник, мой посуду. Избавляйся от старых вещей. Не это самое, не коллекционируй много-много всего. Будь собой, будь отличным челом. Опять-таки, пополняй свой дом, улыбайся и будь хорош. А на этом все. На этом все.
Спасибо вам всем, что были здесь. Спасибо друзьям, что сидели, смотрели и поддерживали мой канал. Спасибо. Снимаю перед вами шляпу. Всего хорошего. Пока-пока. Люблю тебя. И встретимся где-нибудь в Неваде, я так понимаю. Бу-буп-бип-боп. Бу-буп-бип-боп.